И вот пришло мое время переходить в атаку. До революции в Персии был русско-персидский банк. Как мне говорили ваш бадя, будущий шах служил в те времена в вооруженной охране банка. После большевистской революции банк заглох, но с НЭПом возобновилась торговля с Персией, и все торговые дела шли через банк, который практически их монополизировал. А во главе банка стоял некий Хаштария, который установил с советами очень хорошие отношения.